Берем помидоры, моем их. Также нам нужен укропчик, его тоже сейчас хорошенечко помою. Далее чесночок, укропчик. В баночке у меня специи, лавровый лист и стебельки укропа. Здесь еще что-то, черный перец. Берем помидорки, выкладываем в банку. Так, параллельные звуки. Сынок не спит, не обращаем внимания. Итак, взяли стерилизованные банки, помытые помидоры, укроп, все это уложили, чесночок, лавровый листок, черный перец горошком. В одну баночку я положила гвоздику. Сейчас заливаю все это кипятком и где-то на 10 минут оставлю. Кипяток наливаю практически до горлышка. Итак, все залито, по самое горлышко, 1,5 литра. Ушло жидкости, кипятка, воды обычной. Закрыла крышками, крышки стерилизованные. И не то, что закрыла, просто прикрыла, положила. Все, оставляем на 10 минут. Потом будем сливать и добавлять уже сахар и соль. Спустя 10 минут сливаем водичку в кастрюлю. Итак, на эту жидкость у нас приходится одна вот такая столовая ложка соли. Потом 150 грамм, друзья, сахара. Засыпаем. И уксус, 70 грамм уксус на 3 литра. Уксус будем добавлять непосредственно в банки. То есть 70 миллилитров уксуса разделить на 3 банки. Или если берете 3-литровую банку, то сразу вливаете все в одну банку. Все. Ставим воду, добавить туда сахар и соль, закипятить и горячим разлить по банкам. И потом добавить уксус. Все. Или можно сразу сейчас разлить уксус, а потом наверх добавить кипяток. И закрываем. Больше ничего не надо делать. Переворачиваем баночки и ждем еще немножко, пока они остынут. Итак, вот уксус. Сейчас я его разолью по баночкам поровну. Доводим до кипения рассол и заливаем в баночки. Все, залили, закрыли, перевернули на полотенечко. Накроем сейчас полотенцем и оставим уже остывать, а потом храним в темном прохладном месте. Все, ребята, приятного аппетита. Надеюсь, что эта закатка вам пригодится, и вы ее обязательно приготовите. И будете наслаждаться зимой такими сочными, сладенькими помидорчиками. На этом заканчиваю. Всего хорошего, приятного аппетита, и будьте здоровы и счастливы. Пока-пока.